Узнав об избрании 25-летнего акима Павлодарской области Уразбекова, вот, и наблюдая вот эту стремительную тенденцию, как молодеет, вот, молодеют наши акимы и министры, вот, Союз мусульман Казахстана тоже решил в свою очередь как бы поддержать эту инициативу такого, вы знаете, безудержного омолаживания управляющего аппарата, и выдвинул вот мою дочь, вот годовалого ребенка моего, на должность одного из сельских акимов Казахстана. Я считаю, что в принципе, если руководствовать теми принципами, из которых исходит сегодняшний выбор руководящих менеджеров, я считаю, что мой ребенок может также вполне претендовать и конкурировать, в общем, со всеми нынешними акимами. То есть есть общепринятая нормальная практика во всем мире, когда преобладающее большинство населения участвует в прямом голосовании, в прямом свободном голосовании, когда каждый человек имеет право выдвинуть любую кандидатуру, включая свою собственную. И вот на основе таких свободных выборов возможен объективный, вот, я думаю, выбор кандидата. Но я думаю, что та нынешняя абсурдная ситуация, которая возникла у нас с выборами, она подвигла нас на этот шаг.